Приветствую, бойцы! Как у вас дела? Как настроение? Сегодня покатаем на Джиггернауте на Missile Rack. Один из моих подписчиков сказал, самая лучшая сборка на Джиггернауте это Missile Rack. Но я несколько иную позицию имею. Я вот думаю, что Мехарена игра, в которой какой-никакой баланс есть. И в принципе, ты выбираешь все робота и сборки на робота, исходя из своих предпочтений. В принципе, Missile Rack можно поставить и на других роботов, и они там тоже будут смотреться очень классно. Думаю, разработчикам все-таки удалось соблюсти так называемый баланс. Перед обзором давайте немножко поулучшаем, посмотрим, что у нас увеличится при переходе на следующий ранг. Отличная. Ого себе, и цена тоже отличная. Отличный бонус и отличная цена. Кусается. Ну ладно, давайте улучшаем. Великолепно. Ну да, да, что ж поделать. А где скидки? Придумали разработчики еще раз в неделю скидки, там черные пятницы. В пятницу скидка минус 10%, было бы неплохо. Также герой нашего обзора Джиггернаут. Вооружение, конечно, мы улучшили, но нужно и тело робота получать, чтобы он быстренько не умирал. Куча у меня карточек накопилось, потому что я Джиггернаутом особо не занимаюсь. Ну, думаю, что робот проходной, да, ну, по крайней мере, когда я вот дофига опыта получу, я поменяю его на другого. Но все-таки давай, это будет еще не скоро, опыт копится очень долго. Разработчики заявляли, что, возможно, не 1000 в день будет опыта, можно зарабатывать, а больше, но пока это все в разработках. Так что Джиггернаут, скорее всего, еще долго будет у меня в ангаре. Сливаем ресурсы, еще одно улучшение. Все, на этом мы остановимся. Конечно, можно улучшать за коины, но это неблагодарное дело и очень дорогое дело. Все в такой комплектации, с такой прокачкой полетели тестировать. Кстати говоря, я дико смеюсь, веселюсь. Давайте посмотрим скидки. Не здесь, наверное. В магазине, возьмите, посмотрим. Да. А цены. Цена за скин. Конечно, что скин красивенький. Но цена тоже весьма кусается, весьма впечатляющая, весьма красивенькая. Это такая цена, состоящая из 6 цифр после запятой. 270 тысяч рублей. Разработчики, вы. Это такой психологический прием, типа, очень большая скидка. Изначально цена 270 тысяч. Напоминаю, можно машину купить или, возможно, квартиру, а то даже несколько квартир, если поселок, город непопулярный. Я знаю, что в Российской Федерации есть в Оркуте или где квартиры по 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. Можно 3 квартиры купить ценой в одну покраску. Ну, со скидкой, естественно, 405 рублей стоит. Возможно, это такой психологический прием от разработчиков, уловка. Все, полетели воевать. Итак, бой начинается, я на маячок заскочил, давайте заранее активируем энергобарьер. Ну и как любое вооружение, ко всему нужно привыкать, ко всему нужно, соответственно, все особенности вооружения учитывать. Ну, в общем, руки должны помнить, головой все не просчитаешь. Так, у меня большой разовый урон, долгая перезарядка. И по быстрым целям работать не очень хорошечно. Так, будем ставить поэтому левым-правым. Ну вот, соответственно, я рукожоплю, потому что данный вид вооружения я не использую в своей повседневной деятельности. Да где-то там снизу проход. Бежим. Весь залп ушел в молочко. Бежим дальше за врагом. Ну и также будем продолжать левым правым работать. По филейной части робота постреляли. Естественно, ничего не попали, потому что он убежал. И продолжаем его догонять. В общем, пострелял я уже раза 4, наверное, да? Вот сейчас тоже 5 или 6 уже раз стреляю. И только вот на 7 или 8 раз нормальное было попадание. Все остальные разы я жутко мазал. Ну, повторюсь, возможно сказывается тот факт, что я на этом вооружении абсолютно не играю. Мне больше нравятся РПГшки. У РПГшек урон с обоймы меньше. Но если вы посмотрите, там и перезарядка меньше. И я так понял, что то на то в принципе и выходит. Так, можем издалека уже работать. По медленным целям данное вооружение работает на ура. На ура. Вот сейчас хорошо зашло. Очень хорошо. Колесо протаранило еще Джиггернаута. Великолепно. Нажимаем ускорилку и быстренько на маячок. Отлично, успел. Так, левый, правый слот уже перезарядился. Энергобарьер у меня еле-еле поврежден чуть-чуть. Враги какие-то чересчур слабые. Издалека можем по врагам уже стрелять, наверное. Ну-ка, давайте посмотрим, будет попадание. Великолепное попадание. Если правильно помню... Медика попал. Медик, ты мне перекрыл линию огня. 105 метров стреляет вооружение. После боя я уточню данные, посмотрю. И в укрытие. Тихо, не суетись. Неплохо. Вроде бы данный вид вооружения, самый идеальный робот, это Зефирка.
Подскочил поближе, врага заморозил, отключил ему все, что можно и нельзя, и, соответственно, залил гигантские повреждения с обоймы и обратно ускакал. Посмотрим, до зефирки дойду. Ой, вот сейчас было великолепно. Но все-таки, ну, неплохо, неплохо. Мне кажется, даже этот вид вооружения на Джиггернауте лучше, чем РПГшки. Артиллерист. Энергобарьер. Так, понятно. И еще задней цели досталось. Так, артиллерист, полетели в мою, по мою душу ракетки. К артиллеристу близко подходить не надо. Подключает нафиг все, что можно и нельзя. На упреждение немножко берем. Да-да-да, если все рассчитывать, если приноровиться, данный вид вооружения, возможно, будет просто имбец-трындец. Надо брать упреждение, ну и воевать, стараться вблизи, наверное, все-таки. Ну, не, ну великолепно, великолепно. Я постепенно привыкаю, все больше и больше мне нравится данный вид вооружения именно на Джиггернауте. Так, да дай тебя захвачу, блин. О, отлично, ну потому что работал по филейной части там, поэтому и забрал. Так бы урона с собой ему не хватило, чтобы полного робота забрать. Да и ладно, ладно, ладно. Так, можешь отключить меня, да? Отключатель. Ну отключай. Все, отключил. Поздно метаться. Ты уже полу-полу, блин, живой. Еле-еле живой. Не то, что полу, блин. Там процентов 20 хпшки у тебя. Так, укрытие. Кто там сзади меня выжигает? А, малыш. Где твой Карлсон? Так, ускоряемся. В общем, не очень хорошая позиция. Неправильная тактика у меня. Я оставил врага сзади. Он может мне спинку поражать. Давай повоюем, повоюем. Все, у меня перезарядилось. Потом его лучше пострелял, урон не прошел. Так, 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 так. 95-20, врагов мы разорвали. Ну, я думаю, там должны справиться. Там Shadow не такой крутой робот. И все, отлично. Великолепно. Мне лично понравилось. Сейчас я данные по вооружению уточню. Если правильно помню, 105 метров. Итак, бой начинается. Данные я уточнил. 150 метров дальность поражения вооружения. Перезарядка 10 секунд. Активируем энергобарьер. 6 пулек, 6 ракет в обойме. Издалека работаем. Вот, враг. Если враг не манисит, все, до свидания. Посмотрите, я его забрал. 16 тысяч с обоймы урон. 16 тысяч. Вроде бы немного. Ну, получается, с двух вооружений 32, если произвести несложные подсчеты. Но если вы попадаете, помним, да, в филейную часть или в боковую часть, там урон там умножается на 1,5, на 2, и мы будем уметь уже больше 50 тысяч, если стреляем по задней части робота. По бамперу. Так, ты у нас артиллерист, да? Блин, что делать-то? Что делать? Нападаю давай на себя. Так, только, пожалуйста, не отключай. Сейчас отключит. Это ботяра по-любому. Отключил меня, негодяй. Так, сейчас пройдет проклятие, потом 10 секунд уже идут они. Все, все, 10 секунд дошли, быстренько его убиваем. Все, отлично, убили. Так, Гуардин, конечно, классный робот, да, классный. Активируем энергобарьер, и где мы будем работать? Давайте уйдем в укрытие, не хочу я по открытому пространству бегать. Джиггернаут, еще один такой же. Ты у нас на РПГшках. В лобовую крепкую броню, по крепкой броне ему пострелял, ну... процентов, ну так посмотреть, 60 его забрал, да, с обоймы. Давай, давай, давай. По энергобарьеру поработали и забрали, отлично. Так, на левом фланге, то есть на правом фланге, потому что стою неправильно. Какие тут у нас проблемы? Филейная часть робота, нет, к сожалению, он развернулся. Если бы он не разворачивался, я бы его забрал бы. Сейчас, сейчас его добьет мой союзник. Добьешь? Или союзник играет на арте? По-любому играет на арте, наверное. Отошел от укрытия. Все, его забрали. Отлично, возвращаемся. Здесь тоже какие-то проблемки у нас. На упреждение стреляем. Ну, попадание было. Так, энергобарьер почему-то забыл, активировал. Медик меня лечит. Отлично, великолепно. Малыш там что-то какие-то невнятные у него телодвижения влево-вправо. Вот по быстрым роботам Missile Rake не очень хорошо работает. Желательно этих роботов или отключить, или обездвижить, как у зефирки способность работает. И потом их заливать по ним домашку. Если перемещаются... Да тихо, тихо, что-то им прицел какой-то поплыл. Прицел, по-моему, сам выбирает цель. Там если справа была цель... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Издалека вообще попадания не было. Справа была цель, и прицел старался перескочить на... Опа-на! И вам добрый день! Ни хрена себе, вы тут нарисовались, еще подключали меня. Вооружение мое перезаряжается, но я вас сейчас заберу. Желательно не промазать. Все, до свидания. Стрелял в лобовую крепкую броню, забрал. Значит, робот, наверное, не прокачанный. 32 тысячи у меня с собой мы, с левой, с правой.
Так. Ты там кто у нас? Давай мы с тобой еще займемся танцами, шмансами. До свидания. Ну и в принципе, я подтверждаю, вооружение на Джиггернауте смотрится великолепно. Возможно, даже лучше, чем РПГшки. Все, враги кончились. Враги кончились. Итоговую табличку смотреть не будем. Встретимся с вами в следующем бою. Итак, бой начинается. Давайте активируем энергобарьер. Так, так, так. Ты у нас снайперочек был. Да, остался почему-то. Но я, видите, уже начал уходить в укрытие, и поэтому часть ракет попала вот именно вот в этот угол. А так бы я его забрал. Так, малыш бежит на дробовичках, активируем энергобарьер. И сразу... Опа, нам было много-много, да, промазал я много раз. Надо было стрелять и левым, правым. Сначала левым, потом правым. Нападает именин. Не поворачиваемся к нему спиной, не боком. Активируем энергобарьер, забрали, отлично, великолепно. Я думал, что цель вблизи. По-любому не промажу, но цель очень быстрая, очень мобильная, поэтому я промазал. Так, правым слотом попал я в своих союзничков. Левым слотом попадание было. Здесь есть Америка. Че Америка с маленькой буковки? Так, ты у нас там кто? Понятно, полетели ракетки по мою душу. Артиллерия, блин, ё-моё. Артиллерия может очень-очень ваншот раздавать. Если применимо это выражение к... виду не снайперскому, не снайперскому виду вооружения. Реально может забрать. Так, это ты у нас там ваншотишь, да? Пытаешься, вернее. Ни хрена ты разбираешь меня, разбиратель. Он, видите, суетится, влево-вправо бегает. Я не могу по нему попасть толком, блин. И подойти к нему боюсь. Его надо или стейсис бим заморозить, или... по этим, блин. Пантеркой энергобарьер накинуть, чтобы он не суетился по тесаком. Он влево-вправо бегает, и хрен по нему попадешь, блин. Все понятно. Давайте я возьму другого робота, бой закончу уже на другом роботе. Кого выберем? Да киллшота выберем. Так, на центре киллшот. Красивенький, где-то слева проблемка у нас. Проблемка была. Так, там мы не можем никак никого забрать. До сих пор живее всех живых. Одного, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого. Великолепно. Взял киллшота, всех забрал моментально. Но киллшот... у него выживаемость пониже, чем у Джиггернаута. Он, конечно, такой активный может быть и турбосливщиком, и турбодамагером. На нем можно и опозориться очень легко. Так, так. Вдвоем бегут ко мне. Ну бегите, бегите. Что там у вас, малыши, дробовики, нет? Что-то суетится, посмотрите. Смотрите, смотрите. Они меня видят, на меня нападают. Не меня не видят, убегают куда-то. Так, вы боты, скорее всего, да? Так. Очень странное было поведение у игроков. Скорее всего, были ботяры. С каким-то непонятным алгоритмом. Бах! О, ну ты вы, конечно, да. У меня тоже РПГшки. Бах, до свидания. Ну, нормально, нормально. Великолепно. Киллшот самый веселый робот в игре, наверное. Ну, по крайней мере, из тех, кто у меня есть в ангаре. Потом зефирка появится. Мечтаю, если честно, я зефирки. Ну, там и Сурж есть какой-то классный робот. Я только по обзорам о нем могу судить. Но тоже вроде как веселенький. А на этом, друзья, все. Однозначно, Джиггернаут на Missile Rake топчик. По крайней мере, для моего уровня, для того, из того, что у меня есть в ангаре, я дико счастлив, дико кайфую. На Джиггернауту, наверное, лучше вооружение не найти. Так что мнение подписчиков и мнение моего зрителя я одобряю и такую сборку у себя оставлю. На этом все. Покедок.